Добрый вечер, дорогие друзья. Просим прощения за то, что готовы мы должны начать. Мы ждали, что все собрались. И очень приятно видеть знакомые лица в зале. Очень приятно. И сегодня мы для вас собираем специальную программу, которая посвящена творчеству Арта Блэки. Это очень легендарный барабанщик, американский барабанщик старой школы, old school, который жил и играл в Америке в рассвет, в эру, золотую эру джаза. И начнем мы наш концерт с композиции, которую написал Хорас Сильвер, пианист оркестра Арта Блэки. Она называется «Split Kick» – «Двойной удар».
Thank you.
Большое спасибо, это был сплит-кик. Сплит-кик. Продолжим мы. Простите, я же должен представить сегодняшний состав. Сегодня для вас играют лучшие музыканты московской джазовой тусовки. Для вас играют фортепиано Иван Курмаковский. Иван Курмаковский, фортепиано. На тромбоне играет Вадим Ахмедгареев. Вадим Ахмедгареев, тромбон. Петр Востоков специально вернулся из далекой деревни, чтобы сыграть с нами концерт. Петр Востоков, труба. Сергей Головня, тенор, саксофон. Сергей Головня. Сергей Васильев, контрабас. Сергей Васильев. Меня зовут Павел Тимофеев, я на барабанах и тарелке. И мы хотим продолжить с композицией Уэйна Шортера из репертуара оркестра Арта Блэки, который называется «The Chess Players» – «Шахматисты». Thank you.
Thank you.
Chess players, chess players. Уэйна Шортера. Сейчас мы сыграем немножко грустную композицию, но она светлая грусть, потому что эта песня посвящается всем ушедшим музыкантам, артистам, художникам, которых теперь нет с нами. И она называется «Doll of the Bride». Это песня, это народная японская мелодия, которую исполнил Элвин Джонс, легендарный барабанщик Элвин Джонс, своим оркестром Элвин Джонс Джаз Машин. «Doll of the Bride». Thank you.
Дом он забирает. Дом он забирает. И после недолгих совещаний мы решили продолжить красивые баллады, которая называется «Never, never land». В переводе на русский «Никогда не приземляйся». Thank you.
Я не признаюсь. Закончим первое отделение. Композиция. Быстрая композиция, которую очень любил исполнять арт-блоки в своем ансамбле Just Messengers. Она называется The Way You Look Tonight. Как можно перевести ее? Как ты выглядишь сегодня? Thank you.
Свенью Лукина. Иван Слободковский, фортепиано. Петр Востоков, труба. Сергей Головня, саксофон. Сергей Васильев, контрабас, Павел Тимофеев, барабаны. Мы к вам вернемся через 10-15 минут. Большое спасибо. Большое спасибо, что вы с нами. Нам очень приятно играть для вас. Я хотел еще сказать спасибо замечательному клубу, который стал для нас сегодня домом буквально. Спасибо Араику. Вот. И если вам нравится наша музыка, вступайте, пожалуйста, в нашу группу ВКонтакте, в Фейсбуке. И мы будем вас информировать о наших выступлениях и ближайших концертах. Я хочу пригласить музыкантов на сцену. Музыкантов, пожалуйста, музыканты в студию. Вадим Ахмед-Гареев, Сергей Васильев, Иван Формашовский, Сергей Головня. А, Петр Востоков, вот, 13-6. Все верно, все пошло. Вот. Сейчас ударим по хитам. Первая песня, которая стала визитной карточкой ансамбля «Артеблэки», называется «Money». Thank you.
сейчас мы продолжим композиции, которую написал Ли Морган, участник оркестра Арта Блэки, великолепный трубач, который прожил очень короткую жизнь. Брат умер. Сергей подсказывает, что он был убит на сцене любимой женщины. Но мы надеемся, вы не будете стрелять в Петра Востокова. Потому что Петр Востоков – московский Ли Морган. Thank you.
Сейчас мы решим сыграть красивую балладу «Willow Weed for Me». Thank you.
Большое спасибо, это был We Love Beat For Me. И закончить свое выступление мы хотим очень известной мелодией, которую вы, конечно, узнаете. Thank you.
Thank you.
Большое спасибо. Это был Флор Лизоу, Караман. Большое спасибо музыкантам. Иван Формаковский, фортепиано, Иван Формаковский. Вадим Ахметгареев, тромбон. Вадим Ахметгареев. Петр Востоков, труба. Петр Востоков. Сергей Головняк, фортепиано. Сергей Головняк. Сергей Васильев, контрбас. Сергей Васильев, Павел Тимофеев, барабаны. Большое спасибо, что пришли. Большое спасибо клубу. Приходите на наши концерты, записывайтесь в нашу группу. До свидания. Всем удачи.